Мечтала о медицине, но стала художницей. Ирина Чубанова в Кишиневе живет уже несколько лет. Страдает гипофизарным нанизмом. Проще говоря, Ирина – девушка-карлик. Первые картины создала еще в 6 классе, когда начала учиться в школе искусств. Карлик спонтанно стиль моей, девушки стиль моей интервати. Так и пульсу в лет. В свои 24 прошла через всякое. Врожденная карликовость, признается Ирина, была настоящим бременем. К нам треба приймати на факультете, тут скрідав кресло купил, мир підрумши, пости, конечно, видик, дико ламені зводя за сфартерей. Несмотря на трудности, девушка нашла в себе силы, чтобы с ними справиться. Она вташала переводок, ну, целедян, чайку мені, турмы, паркурс є усім громам рідіката, тільки ставим пік, є усла селка чейлаз, дар кити нальцімя, а тільки карі проблема. Первую свою работу создала в 2009 году в лицей. Маслом нарисовала маковое поле. Прима мяло карі карям вду, то у фосту суділеє, тільки інтурміня фосту, вау. С тех пор продала десятки картин, некоторые за границу, в Италию и в Румынии. Чамай скумпил украли карам вендут, та фос, где под сути евро, сидям держа честь аша. До сути, у суди евро, пацикерш, у суди лей. Помимо живописи, девушка обожает гобелен. Сейчас Ирина студентка Государственного педагогического университета имени Иона Кренга. Специальность – изобразительное искусство и дизайн. Латапсерия его масимт мои либеры. Импектура патис мои адзеры, мои контрасты, мои да, аид сунт мои либера. Дуарчей мои апропиди суфлит умел. Свой гобелен, который Ирина нам показала, выполнен в стиле абстракционизм, говорит она. Вдохновение черпала из итальянской архитектуры и молдавских ковров. Сигур держаем дату один месяц, вместе оно темпли, а дико дела вары, третьим сприярны, прима вары, зона стасиди сигур я там. Что касается планов на будущее, Ирина мечтает уехать в Италию, рисовать там и вдохновляться работами венецианскими художниками. Сигур ланча подосвии форты грек, не минут аштятку братья и диски сакол, тар трептат, кринк вырюши.